Утро 2 июня для двух рязанцев началось не с лучшей ноты. На улице Горького девушка решила перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Однако она не убедилась в безопасности своего маневра. Ее задела машина. Как пояснил водитель, он вовремя не смог заметить девушку. Из-за дождя была плохая видимость. Кроме того, помешала еще одна машина. Происшествие случилось в районе 9 утра. У пешеходного перехода была припаркована машина. Девушка вышла в наушниках с сотовым телефоном, вся в черном. Я ее просто... Шел сильный дождь, я ее никак не мог увидеть боковым зрением. И получается, что я выехал на пешеходный переход, и мы с ней столкнулись. Водитель сообщил, что девушка, возможно, не смотрела по сторонам, переходя дорогу. Из-за этого у нее также не было возможности предотвратить столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия девушке-пешеходу понадобилась медицинская помощь. Она была доставлена в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются. Как говорит водитель, он предпринял попытку предотвратить столкновение. Рязанец ушел влево, но все равно задел пешехода. После столкновения водитель автомобиля «Датсун» предпринял все меры, чтобы помочь потерпевшей. Она упала на землю. Я к ней подошел, спросил, может ли она шевелить руками, ногами. Она сказала, да, вроде все хорошо, только болит, по-моему, левое бедро. Вот. Чтобы не сидеть под дождем на улице, я ее посадил в машину, она самостоятельно встала, при моей помощи, села в машину, после чего я вызвал скорую помощь и ГИБДД. Рязанец пояснил, что девушка смогла с его помощью дойти до машины скорой. Госавтоинспекции напоминает о том, что на дороге необходимо всем оставаться внимательными. Водителям рекомендуется снижать скорость перед любыми пешеходными переходами. Сами же пешеходы обезопасят себя, если будут смотреть по сторонам, переходя дорогу. Кроме того, на дороге их может спасти яркая или светоотражающая одежда.